Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил темпы вакцинации в регионе. Сегодня привито уже более 487 тысяч человек. Это на 67 тысяч больше, чем недели ранее. Количество сделанных прививок уже достигает 15 тысяч в день. Губернатор отметил, что вакцинация является добровольной и призвал глав муниципалитетов максимально информировать жителей о возможности привиться. В Одинцовском городском округе первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привито 18 522 человека, вторым – 11 294.